Открыли его в 1845 году по указу императора Николая I. Сегодня на торжества приехал Вениамин Кондратьев. Он посетил сам порт, осмотрел акватории Цемесской бухты. Во время экскурсии в капитанской рубке глава края вместе с директором обсудил перспективы развития порта. В чем-то свое развитие еще видите? Развитие есть два направления. Первое – это железнодорожная составляющая. Вы знаете, в программе Минтранса есть развитие парка Б плюс Краснодарского транспортного узла. Но был большие вложения в автомобильную составляющую. Да? Вот, портовая должна была быть большая развязка и так далее, и так далее. К сожалению, сейчас мы ввиду там секвестра некого. Да, это крайне важная для нас артерия, не только для нас, там, это для Геленджика, для Сочи, для Новороссийска. То есть там порядка, наверное, 40% идет порт, а все остальное – это вопрос инфраструктуры для всего Черноморского побережья. То есть, если порт будет развиваться, да, будет развиваться налогопоступление в бюджет Новороссийска, будет увеличено поступление, рабочие места, налоги, социальные программы, социальные объекты, в том числе, где мы сегодня с вами посещали, они будут не просто строиться, они будут завершаться. После в городском театре Кондратьев поздравил сотрудников порта, а лучшим работникам вручил благодарности и почетные грамоты. Благодаря их труду только с начала года грузооборот составил почти 70,5 миллионов тонн.